Тайфун Нисад обрушился на южно-китайский остров Хайнань. Циклон принес с собой мощные ливни и шквалистый ветер. Власти заранее эвакуировали из особо опасных районов около 60 тысяч человек, включая туристов. По настоянию администрации закрыты учебные заведения. Остановился железнодорожный транспорт. Прекращена продажа билетов на автобусы и паромы, связывающие остров с материковой частью страны. В международном аэропорту курортного города Санья были отменены все рейсы. И около 150 полетов аннулированы в воздушной гавани административного центра провинции Хайкоу. Ранее стихия парализовала жизнь 7-миллионного Гонконга. Сила тайфуна составила здесь 8 баллов по 10-бальной шкале. Были закрыты правительственные учреждения, не велись торги на гонконгской фондовой бирже. По данным метеорологов, тихоокеанский циклон Нисад в настоящее время смещается к северным провинциям Вьетнама. На Филиппинах жертвами тайфуна стали по меньшей мере 35 человек. Еще 45 числятся пропавшими без вести. Ущерб от стихии составил миллионы в пересчете на евро.